Мошенничество на 1,5 миллиона. В Первоуральске жертвой обмана стал 50-летний житель поселка Новоуткинск. Деньги он потерял после того, как ему предложили приумножить капитал. Неизвестные позвонили первоуральцу через соцсети и предложили приумножить свой капитал, сыграв на бирже. Мужчина согласился и в течение месяца перевел на счет злоумышленников 1 439 000 рублей. Когда деньги у жертвы закончились, мошенники перестали выходить на связь. Пострадавший обратился в полицию, там возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Она предусматривает до 10 лет лишения свободы. Как не стать жертвой мошенников? Об этом речь пойдет сегодня после новостей в программе «Здравый смысл». Гость студии Урал Султанов, начальник отдела уголовного розыска ОМВД Первоуральска.